Знаете, я слушаю сейчас, я абсолютно разделяю тревожность Татьяны Владимировны по поводу того, что мозг – это не компьютер. Я совершенно уверен, что принципы работы мозга совершенно другие. А вы знаете точное определение компьютера, Александр Яковлевич? Этот вопрос в первую очередь для технических экспертов, а не для профессоров биологических наук. Слово «компьютер» подразумевает, что это машина для подсчета, что вовсе не является точным определением. Если у нас нет точного определения термина, который мы используем, то объективное обсуждение любой проблемы невозможно. Поэтому я не трачу время на разговоры о том, если человеческий мозг – компьютер, но я говорю, что это система обработки информации, что деятельность мозга заключается исключительно в алгоритмах. Когда у вас есть алгоритмы, вы можете переписать их в программное обеспечение и полностью моделировать функции мозга.